Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе стартовала сегодня в Гомеле. На первенство собрались сильнейшие спортсмены со всей страны. Среди участников призер первенства Европы этого года среди школьников Антон Березун. Спортсмен представляет Минскую область. Всего более 200 борцов отстаивают честь своих спортшкол. Самое большое представительство у хозяев. Я сам специально посчитал участников, выставившихся сейчас на соревнованиях. 77 спортсменов участвуют в Гомельской области на этих соревнованиях. И следующая команда, грубо говоря, это Гродненская область, у которой 32 спортсмена участвуют. Этот турнир – один из этапов отбора на первенство Европы и мира среди кадетов, которые состоятся в 2019 году. Успешное выступление – заявка на попадание в национальную команду. Но про это пока говорить рано. Сейчас все мысли только о спартакиаде. Кстати, гомельские борцы намерены бороться за пьедестал. Звешор номер один «Динамо» выиграл у нас Гомельскую область. Мы выставили свою команду. Я надеюсь, что мы и сейчас и на республике должны достойно выступить. Я надеюсь, что ближе к троечке мы будем. Победители республиканской спартакиады ДЮСШ станут известны завтра.